Ну, эта выставка такая своеобразная провокация для посетителей, ну, для всех. Она состоит из нескольких частей. Вот, собственно, вот это вот на стенах такие инсталляции, сделанные из фанеры, такие образы людей, как бы такие, ну, через конструктивистские формы, традиционные образы, передающие так, как бы, такую мятежную какую-то атмосферу. И, собственно, это то, что сделали мы для этой выставки. И здесь предлагается зрителям подключиться и поучаствовать в этом мятежном мероприятии. Собственно, мы предлагаем объекты, которые можно вынести и использовать их на улице, чтобы не замыкаться в стенах галереи. И также вот есть цитата из Ленина, которая очень точно, мне кажется, парадоксальным образом комментирует нашу выставку. Цитата, если коротко, сообщает, что восстание – это такое же искусство, и к нему относиться как к искусству. Собственно, это Ленин, нам очень нравится его. Как поэтическое, сейчас читается как такое поэтическое уже сообщение, как поэтический текст.